Так в 11-й раз стартовал ставший уже традиционным для Ульяновска фестиваль театров области «Лицедей-2017». Пришла весна, с которой я всех вас и поздравляю. Первый весенний месяц, время даже в масштабах России, очень театральное. Здесь и Международный день кукольника, и Международный день театра, который будет праздноваться 27 марта. Поэтому и начать сегодняшний выпуск программы мы решили, листая театральный альбом. В эфире «Парк культуры». Эксклюзивный взгляд на главные культурные события региона. В Ульяновске показали спектакль Романа Виктюка «Служанки», который 30 лет назад стал эпохальным культовым манифестом новой российской театральности. С тех пор много воды утекло. До нашего города «Служанки» добрались уже в третьей редакции, которая в этом году отмечает десятилетие, с известным актером театра и кино Дмитрием Бозиным в одной из главных женских ролей. Наконец, этот спектакль ознаменовал в Ульяновске юбилей первой постановки «Служанок», случившейся весной 1947 года в Париже. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти шведской сказочницы Астрид Лингрен. Придуманные ей «Малыш и Карлсон» не сходят с театральных подмостков нашей страны. Ульяновские кукольники не стали изобретать велосипеды и поставили спектакль о мальчишке, главная проблема которого... У папы есть мама, у мамы есть папа. Босс и Бэтмен тоже всегда вместе. А у меня нет. И о том, как малыш однажды обретает друга с пропеллером на спине, которым становится... Мужчина в самом рассвете сил! Вот. У нас, конечно, там была линия одиночества малыша, но вот лично для меня это была такая история, когда малыш поверил в какой-то... в чудо. То есть это был не просто друг, не просто какой-то человек с пропеллером там. Это воплощение всех его мечт, сбыточных, несбыточных, всех его стремлений. Это было что-то невероятное. Что-то, наверное, даже недосягаемое, но вот оно здесь. Вместе с тем, ульяновские кукольники придумали для старой истории о Карлсоне несколько новых и оригинальных решений. Так семья малыша стала музыкально поющей. За свои поступки надо отвечать. Причем тут Карлсон, умеющий летать? Мы обыкновенная шведская семья. И у тебя должны быть обычные друзья. Обычные друзья. Вполне себе симпатичная домомучительница Фрекен Бок еще и вделывает под собственный вокалист завораживающие танцевальные па. Прежде всего, конечно, Карлсон – это олицетворение вот всего того хулиганского, что есть и в ребенке, и во взрослом ребенке, я бы так сказал, да, всех тех неосуществленных каких-то идей, может быть, которые в детстве нам что-то запрещали, и во взрослой жизни уже какие-то вещи мы не можем себе позволить, там, в связи с какими-то рамками, возникающими в социальной среде, в которой мы общаемся. Но вот этот Карлсон, который живет внутри нас, и который все равно периодически нас там будоражит на какие-то поступки или хотя бы мысли в эту сторону. Но в общем, новый спектакль традиционно о том, что каждый человек на свете, даже если он давно уже не малыш, мечтает услышать заветное... Да ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой! Что? Даже за 100 тысяч миллионов крон! Даже за 100 тысяч миллионов крон! Ну и, конечно, о том, что если у тебя есть настоящий друг, особенно такой, как Карлсон, то любая проблема... Пустяки! Дело житейшего! 8 марта, 78-й день рождения, отметила ведущая актриса Ульяновского драматического театра имени Гончарова Кларина Шатько. Свой праздник
народная артистка России, лауреат Госпремии РФ и главной национальной театральной премии страны «Золотая маска», встретила новой работой, сыграв бабушку Розу в премьерном спектакле симбирской драмы «Оскар и розовая дама». Роль, которая сама по себе подарок для актрисы уровня Кларины Ивановны, презентовал примадонне Ульяновского драматического молодой режиссер из Петрозаводска Олег Липовецкий. Мне кажется, что это больше, чем пьеса, потому что я обозначаю жанр спектакля как разговор со зрителем без музыки и антракта. И мне кажется, в этой пьесе важно, что спектакль, который мы делаем, не мелодраматическая составляющая, а важна мысль. Важна мысль – это путь к вере и путь к Богу, который проходят два человека, о которых говорится в этом материале. И я хотел об этом со зрителем говорить. Говорить со зрителем не о жалости к человеку, который умирает, а о радости, которую человек испытывает, когда приходит к Богу. Там нет театрального света, там нет декорации, там нет ничего, кроме артистов. Кроме артистов и текста, который они произносят. Оскар, а что если написать Богу? Нет, бабушка Роза, только не вы! Что? Ну потому что я думал, что вы не можете врать! Я тебе не могу. А тогда почему вы заговорили о Боге? Хватит, я уже слышал эту байку про Деда Мороза! Одного раза достаточно! Оскар, что? Бога и Деда Мороза нет никакой... Есть! Это одно и то же, это акционерное общество по запудриванию мозгов и компания! Что? Молокосос, ты полагаешь, что я душительница из Лангедока 30 лет пробыла на арене, выиграла 160 раундов, из них 40 нокаутов, и я, душительница из Лангедока, могла поверить хоть на секунду Деда Мороза? Нет! Ну так вот, Деда Мороза я не верю, я верю в Бога! Да зачем мне ему писать? Тебе не будет так одиноко! О, ты не так одиноко с кем-то, кого не существует! Сделай так, чтобы он для тебя существовал. А я в него. Продолжением личного праздника Кларины Шатько стало открытие в Ульяновском филиале Российского театрального музея имени Бахрушина выставки «Под золотой маской». В год 55-летия служения сибирской драме и полувекового юбилея окончания актрисы театрального института экспозиция представляет ее сценические костюмы, такие же разнообразные, как и ее роли. Трагические и комедийные, лирические и острохарактерные. А также фотографии к спектаклям с участием Шатько. Это кожа. Кожа героини, которая на это еще и тут платье, тут еще прически какие-то, тут еще обувь и прочее. Конечно, это так интересно. А еще смотришь, когда в зеркало начинаешь себе или расправляются плечи, или идут вот что-то такое, или в глазках появляется изюм, или что-то еще, какая-то кошечка, может быть, или зверь какой-то появляется, понимаешь? Конечно, костюм. Это очень важно. В 1987 году мастер психологического триллера Стивен Кинг написал один из самых захватывающих своих романов «Мизери». В том же году закончила театральный вуз будущая звезда российского театра и кино Евгения Добровольская. 30 лет спустя актриса и «Мизери» встретятся в Ульяновске, где современный театр «Антрепризы» показал «Мизери» накануне 70-летия самого Стивена Кинга. Когда мне предложил продюсер Стивена Кинга, я поразилась его смелостью. Я говорю, вы отвечаете за это? То есть то, что зритель на это пойдет. Страшны в данном случае только человеческие взаимоотношения. И в таком жанре мы ищем смешное. Я скажу еще более мистическую вещь, что как только мы приступили к работе над «Мизери», на Бродвее Брюс Уиллис приступил к работе над «Мизери». Вот. Так что мы как бы спорили. То есть понятно, что у них там больше спецэффектов и всего остального. Может быть, это там далековато от Кинга, потому что он все-таки рассматривал отношения матери и сына. Мы сделали отношения мужа и жены. То есть, что, в общем, близко. Люди живут вместе, они не родственники. И может произойти все, что угодно. И это тоже страшненько. У меня сын перечитал всего Кинга, и он был, наверное, самым главным зрителем, который пришел смотреть. И он говорит, мама, ты не похожа на «Мизери». Ну, то есть, пока он это читал. Вот.
Вот, а потом сказал, что нет, вы меня убедили. Партнером Добровольской по спектаклю в Ульяновске стал еще один популярный актер театра и кино Даниил Спиваковский. Я каждого своего персонажа, наверное, чем-то своим наделяю. Хотя мне нравится лицедействовать, и я, конечно, люблю перевоплощаться, использовать другую пластику, голос, какие-то, скажем, грим. Вот, видите, я вот сегодня специально к спектаклю «Мизери» я по возможности не бреюсь. Ульяновск – замечательный город, если говорить о культуре, и люди с удовольствием ходят в театры. Я здесь был не раз со спектаклями. Более того, я даже здесь был как-то на творческой встрече в Ульяновске. Поэтому для меня этот город знаком. В общем, где-то получается, что вот раз в год я попадаю в Ульяновск вот за последний период. В актерской карьере Спиваковского есть роль не менее психологически странная, чем «Мизери». Это работа в фильме Валерия Тодоровского «Мой сводный брат Франкенштейн». Я вокруг все обошел, вроде тихо. На чердаке замок крепкий. О ней тоже поговорили. Он попал в... в категорию таких, я надеюсь, классических фильмов. То есть его будут пересматривать, я знаю, что его даже преподают в киношколах. И по этому фильму будут зрители других поколений, будут понимать, как мы жили. Мне кажется, этот фильм на все времена. И в продолжении театральной темы, которая плавно переведет нас к разговору о самобытных национальных традициях в российской массовой культуре. Второй раз региональный центр театральной культуры проводит Ульяновский областной фестиваль самодеятельных и народных театральных коллективов имени Бари Тарханова. Он еще не так крут, как тот же «Лицедей», но предпосылки имеются. Ведь татарская эстрада, к примеру, в нашем отдельно взятом регионе активно отвоевывает позиции у российской попсы. На тех концертах татарских популярных исполнителей, где удалось побывать с начала этого года, неизменные аншлаги. Причем в зале отнюдь не только носители языка. Признаюсь честно, давно хотел попытаться разобраться в таком самостоятельном явлении и феномене, как татарская эстрада, на вершине которой, конечно же, слова. Такой аутентичный Филипп Киркоров и Стас Михайлов в одном флаконе. Погружение в самодостаточную татарскую эстраду привело нашу съемочную группу в Центр национальных культур Ульяновской области. Изначально татарская песня, она, конечно же, содержала в себе все те особенности музыки татарской, музыкального именно строя, музыкальных особенностей с использованием народных инструментов, истинно народных инструментов, которые придают именно тот колорит. Конечно, татарская песня, она узнаваема, и не только потому, что это язык другой, а потому, что звучание и мелодическое такое исполнение, оно своеобразное. Габдулла Тукай, известный поэт, публицист, исследователь татарской культуры, он говорил, что своеобразие татарской песни таково, что дай ее исполнить русскому человеку, и мы сразу увидим, как крупицы золота, золото народного достояния, исчезнут из исполнения. Я татарин, человек простой. Внешне я солидный парень с русской душой. Остальное все неважно, честно вам скажу. И своим происхождением очень дорожу. Интересная закономерность. В татарской эстраде практически не встретишь модных в российской попсе групп. У татар хоровое пение изначально его не было, поскольку мусульманская культура была достаточно жестко подходила ко всем видам искусства и даже в свое время считалось греховным музыку писать и петь. Вот даже когда мы проводим конкурсы, в основном это сольные исполнители, поскольку это было всегда в традициях татарского народа. Татарская песня – это моноспектакль, музыкальный моноспектакль. Еще одну тайну татарской эстрады открывает ее звезда. Оказывается, татарские песни, даже модные хиты, нельзя петь под фанеру. У нас нет фонограммы. Я уже против этого борюсь много-много лет, но, к сожалению, безуспешно. Вот что обидно, молодые стараются петь под фонограмму. Я и своим студентам объясняю, что этого нельзя делать.
Назлары, şeyleri, süyüsüz ütkendi. В то же время современная татарская эстрада готова посоперничать с российскими коллегами. Здесь есть и свои рэперы, и даже собственный Григорий Лепс, не так давно побывавший в Ульяновске, Фирдус Тимаев. Да, есть и рэп. Знаете, есть и татарский рэп, да, и как бы вот различные виды современного музыкальных жанров. Но тем не менее, как бы, знаете, вот рэп, 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 а в промежутках все равно наша музыка татарская. Кадигене түгел, минем сиген ярым, Эйтер сенгеле, сесек бейлеме, Баклыкса флыксеске, шушы сесек белем, Язмышымыны, бірге бейлелем, Күнгелім дабары, сишме аншылары, Аныгына, мыңлы талышы, Кирек түгел миңа, башка гүзеллерді, Кирек түгел, сителер язмышы, Сишелімәсі. Бывает, меня тоже, например, раздражает, когда я слушаю, ну, или татарскую, или чувашскую, а я не понимаю, что это национальная музыка. Молодежь, если он стал популярным, это не означает, что он хранитель традиций и культуры, исполнения. Особенно приятно, что один из молодых хранителей традиций в современной татарской эстраде, ее восходящая звезда, наш земляк Ранис Габазов. 9 классов закончил я в рабочем поселке Ишеевка, здесь недалеко. Я уехал в Казань, закончил театральное училище. А сейчас в данный момент учусь в Университете культуры у профессора Венеры Ахатунганиевой. Она очень у нас знаменитый человек. Самое главное, по моему мнению, это сохранить вот эти все вот национальные вот черты и вот это вот, как по-татарски мы говорим, мон, вот это мон. И он, нет перевода на русский этого слова, это вот это необъяснимая такая вещь. В нас, в нашем там народе такое есть. То, что вот этот мелизм, даже когда мы поем, мелизм вот этот вот, она нет других народов, я могу сказать. Вот какое-то вот свое вот какое-то направление. Вот это нужно сохранить. Мы должны донести до каждого молодого певца то, что нужно это нести дальше, дальше, дальше. Это, конечно, тяжелая миссия в данный момент, но мы стараемся это все сохранить. Ишқан атылары таяна, хауа ағымнарына. Ишылары таяна хауаға, әмин туғаннарыма. Ишылары таяна хауаға, әмин жан дусыларыма. Дусыларым, туғаннарым, туғаннарымы дусыларым. Я отдыхал на фразе один год, и там я попал в такую семью абхазскую уж обычную, и там спел татарскую песню. Они тоже ничего не понимают, но они вот так это слушали, вот это все, вот это, как-то им было приятно, как будто это их не свое. Мы ездили и в Сибири, и в Москве были, в многих площадках. Да, там приходили, были и русские были, и татары были, как бы, как понятное дело, мишары, да. Вот русских-то, которые было, есть. Были, и много было, да. Вот я, конечно, мне самому было так приятно, то, что вот так вот слушают, на самом деле, татарскую песню. Вот я гордился этим, на самом деле. Когда ты поешь душой, любой зритель, пускай он будет разного нации, пускай будет, он все это поймет, о чем поется песня. Если это от души написано, то бывает, что не надо понимать языка, ты поймешь, о чем идет речь. Как только это вплетается в жизнь человеческого духа, тогда любая музыка, татарская она, чувашская, мордовская, она станет международной. А теперь время традиционных анонсов. 25 марта в Большом зале Ленинского мемориала свое новое шоу «Каролина» представит Ани Лорак. В тот же день в областном дворце творчества детей и молодежи, для тех, кому больше по вкусу советская классика, программа «Песни нашего детства» от легендарного Большого детского хора России имени Попова. А в день театра 27 марта в ДК «Губернаторский» ульяновских театралов ждет самый настоящий подарок –
«Звезды сцены и экрана» от Александры Галибина и Ларисы Голубкиной до Алексея Маклакова и Олеси Железняк в антрепризном спектакле «Пигмалион» по культовой пьесе Бернарда Шоу. А теперь настала пора выполнения обещаний, данных в прошлом выпуске программы. Проанонсированное интервью с легендарным солистом песнеров Леонидом Бартевичем прямо сейчас. Руководитель сегодняшнего состава культового ВИА, недавно побывавшего в Ульяновске, честно и откровенно расскажет о том, почему песнеры не стали битлами, что завещал ему основатель легендарного коллектива Владимир Мулявин, почему упала в обморок поклонница Мулявина, едва не ставшая его законной женой, и что сам Бартевич думает о наметившейся напряженности в российско-белорусских отношениях. А мне осталось лишь напомнить, что в эфире был «Парк культуры». Увидимся через неделю, когда и подведем окончательные итоги культурной жизни региона в марте, а также узнаем все подробности заканчивающегося международного музыкального фестиваля «Мир, эпоха, имена». Весеннего настроения, радости и душевной теплоты, наступившей весной. Смотрим интервью с Леонидом Бартевичем. В свое время вас называли советскими «Битлз» по праву. Когда Сет Гаррис, который пригласил нас в первую поездку гастрольную по Америке, это было 15 южных штатов, и там не было ни одного иммигранта, но те, которые после 17-го года уехали, они уже стали американцами, и молодежь была, то есть настолько мы здорово там выступили, и даже журнал «Билборд», самый их такой знаменитый, где печатают только звезд и солистов, и ансамблей, они написали, что на обложке написали «Вторжение русского рока в западный». Вот. Было все здорово. И на следующий год, когда нас пригласили, он хотел сделать нам мировой тур. Это был довольно-таки состоятельный менеджер, менеджер Барри Уайта и Нью Кристи Мерсерс. Вот. Ну и не получилось. Почему? Потому что мы поехали на месяц и предложили, созвонились с Брежневым, даже до него дошло. Через наш министр культуры было Фурцева. И он сказал, что у нас холодная война, и, в общем-то, побоялись, что ребята останутся, что там они будут петь на английском там, языке. Мы сказали, что это песняры, они поют о любви, о родине. Там. Я знаю, говорит, но не разрешили нам мировой тур. И вот тогда, если бы это был мировой тур, было бы... Ну вот как раз мы поехали просто на Бродвее, у нас были концерты, но тогда были юбилей был революции, это был 77-й год, и с нами были Орера великолепные, вообще мои кумиры, Нани Бригвадзе были, моисеевские солисты были, образцовские, там, в общем, ну такой сборный концерт большой, в котором участвовали песняры, только 4 песни мы пели. И он опять, в общем, обратился, этот Сет Гаррис, ну, уже тогда к нам, может быть, все-таки поедем на мировой тур. Ну, как мы могли решить сами эту проблему? Как власти сказали, они нас кормили, поили, они нас учили. Мы же. Ну, и вот так и вышло, и все. Сегодня вы чувствуете себя национальным достоянием? Я лично? Нет, вы, группа «Песнеры». Нет, я не думаю, что мы. Хотя все любят, все помнят. Но такое огромного, на что, в принципе, мы были тогда гораздо, и все было при нас, не состоялось. В ящик нас почему-то не приглашают. А самое главное сейчас это телевизор и прочие эти все дела. Интернет полон слухами, что между Лукашенко и Путиным якобы черная кошка пробежала. Да нет, ну что вы. То есть будем дружить? Еще как, о чем вы говорите? Мы же один народ, на одном языке разговариваем. Я, например, воспитался на Лемешеве, на русских народных песнях. Он для меня был просто кумир, мама его была поклонница, знала лично его. Вот, и русские, ну, и белорусы – это одно и то же. Просто другие города. Просто очень хочется ездить к вам в Минск, как раньше, без виз.
а не так, а, сейчас в Украину, да. Ну да, к нам же можно ездить. Вот мы, например, ехали в Москву, мы обычно на машине едем там, а потом уже летим на самолете. И вот сейчас мы думали, что там граница. Никакой границы там нет. Проверяют паспорта просто, как и раньше. Когда пересекаешь границу России, просто паспорт покажи. Все, останавливают паспорт. И, а назад, когда едем, вообще ничего не надо. Просто проезжаем. Белый алис летит над белесым полесьем летит. Песни вереска, песни раки, все земля приняла, и заботу, и ласку, и пламя. Полыхал над землей небосвод, как багровое знамя. Молодость моя, сосны да туман, песни партизан. Алая заря, молодость моя, Белоруссия. Я считаю, что это школа Мулявина, что это сделал все Владимир Георгиевич в свое время. Вот это у нас атмосфера, голосоведение, его все эти аранжировки. Это великий, гениальный просто музыкант, композитор. И если что-то случается, я всегда думаю, а как бы Муля поступил здесь? И тут же сразу находится выход, сразу. То есть как будто он стоит до сих пор рядом. До конца его жизни мы вместе работали. Потом это случайно, к сожалению, катастрофа. 8 месяцев он была очень страшная, перелом позвоночника, травма. Ну, последняя встреча у нас с ним, он мне рассказал, что дальше делать, как, чего. Такое вот. Он мне сказал, что в принципе все в жизни циклично, и что после этой попсы обязательно опять у народа пойдет ностальгия по хорошей драматургии, по хорошим песням, по мелодии. Я, например, с Харрисоном, когда встречался в Америке, я был Харрисон и Эрик Клэптон у Харрисона дома. И они меня попросили что-нибудь сыграть, спеть, я сел и сыграл им «Ой, цветет калина». Они, им так понравилось, две, говорит, секвенции, вообще две ноты, а так здорово, такая мелодия шикарная. Я говорю, у нас такие песни, много таких песен. Вам не предлагали сделать художественный фильм о песнярах? Ну, вы знаете, много было поток разных. А есть актер, который, по вашему мнению, мог бы сыграть сегодня Мулявина в кино? Конечно, есть. Назовете? Его сын Валера, он и актер, и он мечтал всегда о кино. В принципе, Мулявина... Это не проблема сыграть. Вот Игорь Николаев, видели нашу передачу, да, когда точь-в-точь, когда его переодели, и одна его поклонница, которая мулявинская, она должна была быть женой его. Всю жизнь она с самого первого, Галина Иванова. И она, когда его увидела, Игорь, он вышел просто с гримом, она упала в обморок. Потому что она как вот... Настолько было все здорово сделано, похоже, и костюм, и грим, и все. Начала плакать, и ну, как бы вспомнили Мулявина молодого. Великолепная работа была, конечно. Заповедный напев, заповедная даль. Свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Непонятно твоя, вековая печаль,
забытый давно наш.